«Двое раненых». Автор Александр Бушков. Стукнуло меня неожиданно. Чаще всего именно так и бывает. Пехота пошла хорошо, не залегая и не медля. Немцы на этом участке не успели окопаться и помаленьку отходили, отстреливаясь. Пулемет мой подавили, второго не было. Их артиллерия била откуда-то слева, но редко, с длинными промежутками. Похоже, одно единственное орудие. И не на дистанции прямой видимости, откуда-то с закрытой позиции, без корректировщика. Один разрыв пришелся в порядках атакующих. Потери, конечно, были, но остальные пока что взметались в стороне. Наобум не палили, в белый свет, как в копеечку. Я примерно прикидывал, откуда не могли гвоздить, и как раз выдвинул приданную минометную батарею с приказом лупить по тому квадрату. Могли не накрыть, а могли и накрыть, тут уж как повезет. И вот тут он положил справа, аккуратно покатый склон холмика. Взметнулся разрыв, грохнуло. Меня словно стегнуло горстью мелких камешков по правому боку и по руке. Шибло наземь. Полетел кубарем. В первый момент, как часто бывает, я ничего и не понял. Показалось, что попросту шибануло взрывной волной. Голова ясная, сознание не потерял. В глазах не плывет. Ерунда, решил я. Сгоряча, сейчас встану. Прекрасно слышу, как совсем рядом ординарец орет, что есть мочи. Санитары, носилки, капитана ранило. Я сначала даже разозлился. Ну что ты орешь, дурья башка? Думаю. Чтоб панику поднял, сейчас встану. Приподнялся, правой рукой оперся о землю, и она тут же подломилась. Все тело словно кипятком обдало. Боль рвануло по всему боку, по руке. Смотрю, гимнастерка справа, и рукав изодраны, будто их собаки рвали, и кровь везде. Тут я сообразил, что все-таки достало. Замутило меня моментально, и не на шутку. Был у меня один недостаток, неприличествующий офицеру. Ну что поделать, не мог и не могу видеть своей крови. Чужая в любых количествах у меня не вызывает ни малейших эмоций. Но если потечет своя, если ранка побольше и кровь обильнее, чем после пореза при бритье, пиши пропало, начинает мутить. Как при морской болезни. Голова кружится, едва ли не сознание теряешь. Стыдно, и ничего тут не поделаешь. Вот и сейчас. Чувствую, накатывает то же самое. На мое везение санитары оказались поблизости с свободными носилками. Я же говорю, атака шла без особенных потерь. Работы в них было мало. Сдирают с меня гимнастерку, нательное, принимаются наспех бинтовать руку вокруг туловища. Я отвернулся. В глазах туман, мерзкая слабость во всем теле. Но все же держусь изо всех сил. Сознание не теряю. Пытаюсь сообразить, насколько сильно он мне приложил. Это у меня было не первое ранение. Опыт имелся. Очень быстро мне стало казаться, что я легко отделался. Нет болезненных ощущений внутри. Больно руку жжет, ребра жжет, весь правый бок. Но вот в глубине организма никаких болей. Дышится без труда. Нет знакомого уже чувства глубокого проникновения железа. Мать твою, думаю, еще бы барахтаемся, кажется легко. И ординарец, пока меня усаживали и забинтовывали, кричит. Товарищ капитан, легко, раз такой буду легко. Мелочью посекло. Ну, думаю, еще поживем. Но мутит качественно, в силу того самого стыдноватого недостатка. Спирочку бы глотнуть. Так где же его тут взять? Тем временем меня как бревно положили на носилки и стали санитары по ложбинке поспешать в тыл. И им понятно, не до того, чтобы чинно шагать в ногу. Носилки колышутся, потряхивает меня крепко. Цепляюсь я за них здоровой рукой. И с радостью чувствую, что внутри эти толчки и болтания никак не отдаются. Только под повязками жжет так, словно меня правым боком придвинули к огню. А значит, все-таки легкое, надо полагать. Так и есть. Как кричал ординарец, мелкими осколками сыпануло. Это хорошо. Даже и плевать, что жжет, поболит и перестанет. Пошевелил забинтованной рукой. Больно. Однако в локте сгибается. Ни сустав не задет, ни кости. Вот только мутит все сильнее. Плывет все. И вот тут я окончательно куда-то провалился. Словно носилки и земля куда-то пропали. И полетел я вниз, как лежал. Определенно потерял сознание. Не знаю, надолго ли. А когда очнулся, вроде бы вокруг то же самое. Носилки колыхаются. Вдали словно бы пушки погромыхивают. Солнце в зените. Вот только рядом кто-то кричит. Ваше благородие, близко уже. Голова как прежде ясная. Что за черт, нашли время шутить. Какое им благородие? А вот ни в боку, ни в руке больше нет ни малейшей боли, никакого жжения. Зато нога повыше колена, это тупо ноет. А мне все кричат. Ваше благородие, опамятуйтесь, близко уже. Чуть приподнял голову, огляделся и чуть не заорал. Не от боли, ее как раз почти не чувствуется, от удивления. Перед глазами больше не плывет и не двоится.
вижу все отчетливейшим образом, и в первую очередь того, кто бежит рядом с носилками и кричит, именуя вашим благородием. Усатый, видно, что в годах, черноволосый, как сейчас помню. Форма на нем странная, какой в РККА не бывало. Короткая курточка до талии, два ряда большущих пуговиц, с самого низа и до красных погон с какими-то цифрами. На голове самая натуральная бескозырка, только без ленточек. На красной тулье вместо краснофлотской звездочки цифра и буквы. Тулья темная, с белым кантом. Совершенно не краснофлотская бескозырка. Смотрит это чудо морское на меня, улыбается и радостно орет. «Братцы, их благородие в себя пришли!» Глянул я влево и чуть не заорал. Совсем недалеко навстречу нам поспешают несколькими шеренгами дороты, столь же диковинно одетые. Курточки короткие, бескозырки. За спиной ранцы на широченных перекрещенных белых ремнях. Винтовки длиннющие незнакомой системы, непривычного вида штыки. И офицер сбоку шагает размашисто, саблю придерживает, подгоняет, поторапливает. На нем фуражка без кокарды и китель чуть ли не до колен. Два ряда пуговиц до пояса, глухой стоячий воротник, странные широкие петлицы и на плечах эполеты. И пушка тут же стоит старинного вида, колеса высокие, деревянные, со спицами, лафет. Стоят возле нее столь же странно наряженные. И все это наяву, никак не похоже на сон или бред. Очень уж все вокруг достоверно и ярко, столько деталей и подробностей, как во сне никогда не бывает. Все я чувствую, как трясет носилки, как ноет правая нога, словно бы омертвевшая, неподвижная. Прекрасно вижу этого рядом с носилками. Волоски из ноздрей торчат, лицо рябое, в усах кое-где седина пробивается. Смотрю на себя, та же диковина. Мне полагается сейчас быть голому по пояс, перебинтованному, в галифе и сапогах. Но ничего этого нет. Штаны у меня спущены до колен, и правая нога толсто перевязана. И штаны мои ничуть на галифе не похожи. Этакие длиннющие шаровары с лампасом, надетые на сапоги на выпуск. И китель на мне в точности, как у того офицера. Длинный, с двумя рядами ярких пуговиц, со стоячим воротником. Я ощущаю, как он мне шею подпирает. И на плече у меня эполет, только без бахромы. А к поясу прицеплена сабля. Лежит вдоль тела, и я левой рукой придерживаю эфес. Прекрасно чувствую, какой он массивный, твердый и прохладный. Все вокруг такое реальное, настоящее, что я задохнулся от удивления. Таращусь по сторонам. Та же картина. Идут военные в непонятной форме. Стоят орудия какие-то, укрепления. Повозки едут. Вдалеке погромыхивает, и повсюду русская речь. Значит, не у немцев. Да и не видывал я немцев в такой вот форме. А уж пушки такие, только в музее. Носильщики мои остановились, ага. Пропускают орудийные запряжки. Четверки лошадей. Передки непривычного вида. Музейные пушки тяжело катятся. Тот в бескозырке отстегивает с пояса какую-то незнакомую фляжку. Откупоривает. Не крышечку отвинчивает, а именно откупоривает, как бутылку. Протягивает мне. «Ваше благородие, не побрезгуйте». В совершеннейшей растерянности беру у него флягу, и пальцы его чувствую, сильные, теплые, и тяжесть фляги ощущаю. Подношу ко рту, принюхиваясь. Она родная. Стал я горькую водочку глотать, не поперхнувшись и не кашляя. Глотаю, как воду, оторваться не могу. Усатый улыбается. «Ну, ваш бродь, коль так потребляете родимую, все обойдется. Кость не задела, точно вам говорю». Мне чуточку неудобно стало. Присосался, едва ли не до дна опростал. Протягиваю ему фляжку. Тут словно бы снова провалился в беспамятство. Открываю глаза, и картина уже совершенно иная. Прежняя, бетсанбатовская палатка. Лежу я на перевязочном столе, в галифе и сапогах. Уже весь разбинтованный. Рядом стоит доктор и с обычной своей сварливостью цедит. «Пришли в себя, капитан. Повезло вам. Ранения, насколько я могу судить, поверхностные, мелкими осколочками, как мусором. Вынем, заштопаем, дело привычное». Наклонился ко мне, принюхался, покачал головой. «Ну, конечно, ухари, вторая рота. Пока тащили любимого командира фляжку, успели влить». «Да откуда же?» – еле выговорил я. «Голубчик», – хмыкает он, – «да от вас как из бочки». «Ну ладно, будем работать. А я себя действительно чувствую пьяным. Тепло растеклось по всем жилочкам. Явно ухмыляюсь глуповато. Боль пропала». Ну, дальше ничего интересного не было. Возились со мной долго. Ничего приятного. Но все так и оказалось. Дюжины две мелких осколочков посекли. Стал я штопанный-перештопанный, как старый носок. Но раны все до одной, как и сказал доктор, поверхностные. И не гноились особенно. Так что пробыл я в госпитале недолго. Не попал в эвакопоезд
и служить остался в своем полку. Смело можно сказать, повезло. Могло быть гораздо хуже. Обо всех странностях, что со мной произошли, я никому не рассказывал, да и сам старался меньше думать. Полностью уверен, что это был не сон и не бред. Но вот что это было, понять не могу. Было. А самое интересное, дедушка мой в крымскую кампанию воевал в Севастополе офицером, пехотным поручиком. Я его не видел. Так сложилось, что отец мой был поздним ребенком, и я тоже. От него не осталось ни фотографий, ни вещей. И рассказывали мне о нем в детстве очень скупо. Такие уж времена стояли, что хвастать дедушкой царским офицером было не с руки. Был ли он там ранен, представления не имею. Но именно такую форму, как я потом точно определил по книгам, солдаты и офицеры носили как раз в Крымскую войну.